Вот я стою сегодня, значит, 25 января, стою около начала Никитского переулка. Вот, ну, в принципе, он славен только тем, что, ну, по большому счету, да, что здесь был Никитский женский монастырь. Вот. И как бы здание, относящееся к Московскому университету. Вот, то есть здесь, ну, также знать селилась, понятное дело. Вот, то есть вот здесь вот памятная доска Сурцеву, что он здесь как бы жил, деятель государственный. Что, правильно? Да, Сурцев. Вот, соответственно, ну, он такой небольшой, потому что вот там впереди уже Большая Никитская. Вот, то есть здесь, ну, так не сказать, что, ну, в принципе, вот даже есть инвалидная парковка, которая занята вечно. Ну, так, здание, вот, кафе-маркет там и так далее. Вот, то есть это один из переулков, примыкающих Большой Никитской. Вот, то есть вот как бы, ну, такой вот переулок. Вот мне позабавило вот это название телебистро, не знаю, что это такое. То есть, ну, в принципе, вот в той стороне уже Большая Никитская, то есть, ну, по большому счету, я все поснимал здесь.